И я вот как это только скинул с плеч. И у меня тут лежу вечером, однажды, не, ночью уже лег. И у меня мысль такая осеняет. Приближается лето, сезон, жара. Вот. А эта жара, что она с собой несет-то? Уже такая даже статистика существует. Вот даже у нас в Воронеже, это же сотни и тысячи людей, пацанов, вот таких молодых ныряльщиков. 70% переломов шейного отдела позвоночника – это ныряльщики. И 40% из них только выживают, 60% ныряльщиков умирает. И у меня такая мысль такая была, надо фильм сделать, ну, чтобы хотя бы, может быть, кого-то отведет от этого, да, кого-то, может быть, научить кого-то, кто уже лежит, не роптать. Вот. Да. И у меня раз такая мысль, и все, я уже, да, скорее бы утро. А у меня есть знакомая, там она корреспондент, вот она и в газете, и ролик снимает, так и интервью там всякие. Я говорю, Галь, вот такая идея. Она говорит, о, да давай, она прям раз сразу тоже загорелась. Тут же я пишу хирургу, я с ним полгода назад в Одноклассниках нашел его, и ему пишу, я, Владимир Абрамович, вот у меня такая идея появилась. А он такой известный у нас в Воронеже, один из известных нейрохирургов. Он говорит, ой, да Сергей, да как же вовремя, а у меня тоже по этому поводу планы, все такое. И тут, видишь, и я еще одному хирургу там собираюсь писать, уже подключились, оператор подключился, постановщик, нашли, в общем, все. Они нашли спонсоров уже, сами все, без меня там, люди уже, ну там тоже денег стоит нормально снять даже получасовой фильм. В общем, и как сценарий будет. Ну, я там как директор этого фильма буду. Вот. Я буду, знаешь, как главный персонаж, в общем, в этом фильме. Ну, да, живой пример. Да, живой пример. Вот. Но в этом фильме будут и нейрохирурги. Я хочу с ними поговорить, чтобы снять ролики в операционной, снять, чтобы непосредственно показать, как это проходит, что это за сложные операции такие, показать эти раскрытые шеи, в общем, эти молотки, зубила, как это все выдалбливается, все. Ну, чтобы немного попугать людей этим тоже. Да. Вот. Будут кто? Священники будут, опять же, там говорить о том, что для чего Господь пускает болезни такие. Вот. И будет снят, в общем, на художественной такой основе, тоже там найдут, у них есть люди, которые сыграют роль. Ну, то есть меня кто-то сыграет, вот, и людей, которые со мной были, которые меня откачивали, к примеру, такой, ну, недолго, там, я не знаю, может, трехминутный сюжет такой. Да. Вот, и планирую фильм так вот на 20-30 минут. И все, я уже их благословение взял тому. Ну, все, в общем, закрутилось. Лежишь. А я сейчас с одним только, с Израилем, у меня есть, ну, мы как знакомы уже 3 года, общаемся периодически. А у него там туристическая фирма в Иерусалиме, паломников, в общем, не возит. И я ей все рассказываю, я говорю, смотри, как зарождается, как мысль какая-то, непонятно, тут рой мыслей в голове, да? И тут какая-то вдруг одна из этих мыслей вспыхивает, и у тебя как все это материализуется все. Да. То я тут раз что-то, и все, оно уже все, оно закрутилось, завертелось уже. Ну, да, оказывается, сколько людей уже готовы были к этому подключиться, уже заведомо, как бы, да, вот интересно. Сразу пламя подал, и огонь загорелся, да. Как оно вот все устроено в этой жизни, вот опять же, это же чудо настоящее, ну, правильно, как Господь как создал, ну вот так вот, слово было сначала, а потом все и закрутилось, и делалось. Да. Ну, да. Хорошая, кстати, это, видишь, какая мысль пришла. Действительно, сколько людей, может быть, будут спасены за счет вот этой идеи как-то об этом поговорить. Ну, спасены, знаете, мы уже с этой, вот, с Галиной с этой разговаривали. Тут, знаешь, как упор, тут, конечно, как говорится, наши люди-то, они на собственном опыте познают жизнь-то, особенно молодые-то. У меня племянник, он 19 лет ему, каждое лето и твердит ему, и мать, и бабка, да не ныряй, ездит и ныряет все равно, он живет. 13 лет у него лежит дядька под боком, понимаешь? Да, да, и не пример, да. Да, и ныряет. Ну, видишь, а упор на то, что научить, ну, как бы основной, вот эта вот основная моя вот идея, чтобы показать пример тем, кто лежит, а ты себе даже представить не можешь, их там сотни, понимаешь, в интернете, они там общество создают, какие-то природы. У них вот такие вот беседы, они, ну, если Бога ты не знаешь, ты не выкрутишься никак, ты не найдешь выходов никаких. Я вот с одним только недавно, он молодой еще, правда, 25 лет, отец продал квартиру, вот, продал квартиру, купил ему какой-то функциональный, там, ну, функциональный кровать за миллион. Вот, и все, они там занимаются, там все, они 5 лет, может, больше, я не знаю. А сдвигов ноль. Он вроде, я там, он себя назвал, там, Николай Четкий. Он четкий такой, понимаешь, у него там на спине написано четкий, все, у него там браслет ему, ну вот, вот такая рука, как у меня, отец ему на эту руку браслет золотой повесил, ему перстень купил ему. А чё, оно, я же вижу, я же прекрасно понимаю, что за этим постоянной психии, отчаяние, слезы ежедневные. Да, и перспектив, ведь 5 лет он занимается, а чё они? Они как руки есть такие, они у него так, и там невозможно ничего сделать, потому что это шейный отдел. Вот. Да. А парень со мной лежал, молодой парень, привезли, вот, ну я первый, привезли меня, а его рядом тоже положили. И вот мы с ним долго, мы с ним 2 месяца в палате интенсивной терапии лежали. Вот, и, а он, ему 17 лет было. Я, Ром, я говорю, да ты да, давай в этом-то выгоду ищи, что-то орешь на них, что-то в них плюешься, там эти медсестры, она там не идет, он орет, понимаешь, у нее истерика. Я говорю, да давай ты даже, ну, ты понимаешь, ты с людьми начинай общаться по-человечески и ради собственной выгоды. Вот, как говорится, это, как эти поговорка есть. Ну, теленка такого, вот, две да. Кормят. Да, так, да. Ласковый теленок там что-то... Двух мат сосет. Да. А я на собственном примере ему показываю, там я начинаю там что-то, ой, там вы такая, вы там этот самый, ну, комплименты там все рассылать, понимаешь, а она уже все, она уже с радостью бежит, там все, там делает какие-то приятные вещи. Да. Вот. И видишь, ей 4 года, вот матушка недавно моя списалась с его, и она пишет, а не знает ничего. И 4 года всего прожил. А уже все, у него гораздо легче, чем у меня травма была. Он уже садился, все, крутил колеса на этой, на коляске, все, ездил, компьютер подъезжал, клавиши нажимал. Он уже тогда в больнице ему сигарету, пачку сигарет мать дала ему зажигалкой, говорит, достанешь сигарету, прикуришь, кури, а так, говорит, не дам. Так он достал из пачки сигарету, зажигалку зажег. Вот, такие перспективы были. Ну, хотя бы если, даже если бы он начал бы заниматься, ну, он бы не по-нормальному ходил, но с бадиками, с костылями он бы смог бы передвигаться. Хотя бы так. Видишь, а вот человек впал в такое отчаяние 4 года, и по непонятно каким причинам, почему умер, а почему умирают? Да, от чего? От отчаяния они умирают. Да. И отчаяние, и вот это, когда ропот внутри есть, он самого человека сжигает же. Вот. Поэтому тут правда. Я сейчас вот только, ты мне написал, а я это в церкви был, только еще вот зашли со службы сейчас. И вот сегодня только об этом думал, думаю, вот что-то так вот на душе как-то так вот про Бога подумал, думаю, слава Богу, что Бог есть у меня. Хотя у меня ничего не болит, у меня вообще все хорошо. Но я представил, думаю, это вот не было бы у меня Бога, не было бы у меня веры. Это какая ужасная жизнь. Вот при всем при том. Вот, слава Богу, что Бог есть. Вот, так уж не говоря про людей, которые вот как ты в таком положении находятся, это вообще как бы без Бога никак это вылезти можно, никак. Я на днях ссылку дал как раз по этой теме, ну, дал Игнатьевичу еще там, и этому Виктору Андреевичу, врачу, вот, который приезжал ко мне. А он недавно, Игнатьевич, на собрании, не на собрании, а занятии у них после собрания, он как раз вот комментировал этот ролик, как в 60-е годы, в общем, ну, тогда планировали экспедицию на Марс послать, вот, и собрали пятерых людей провести эксперимент. На год их запечатали в капсулу какую-то, вот, ну, создали такие условия космического полета, вот, и в пятером они там, ну, может, 15 квадратных метров помещения, вот, представь, 5 человек, да, и там у них еда такая, сухпайки какие-то, и пили они, то есть мочу прогоняли через какие-то аппараты, вот, и на этой же, то есть, ну, воды-то излишков особо нет, и вот они на этой воде еду себе, в общем, растворяли, заваривали, и эту же воду потом, и какой-то сковорот воды в природе, вот. И, понимаешь, в чем дело? Здоровые, они мужики здоровые, ну, молодые, все, ну, космонавты, представь. Да. И что значит без Бога? Они там перегрызлись, они возненавидели друг друга, буквально прям первые месяцы. Да. Что с человеком происходит? Все, у них там иерархия какая-то, а им специально устраивали, допустим, назначали старшего командира экипажа, назначают, допустим, и все, а его уже определенные нормы повышаются к нему, питанию немного получше. Ну, они смотрели, естественно, за их поведением. Вот. И какая ненависть начинается к человеку. Без Бога невозможно. Ни при каких условиях, каким бы ты ни был там. Да. Да, да, это даже смотришь, люди уже когда вот невнимательно жизнь проводят, вот обычную, то, что вот у всех людей сейчас есть, оно как бы у них все это естественно, как будто все эти неприятности, которые они в жизни есть, они вроде как будто нормальные даже, идут. А когда ты по вере живешь, ты видишь, что эти вещи, они все излечиваются, вот верой в Бога. И когда ты их видишь, как их много, думаешь, понимаешь тяжесть, какая давит на человека. Люди порой даже просто не замечают, что их давит такая огромная масса вот этого греха, его так назвать можно, который, в общем-то, мы можем его избавиться от него. Жизнь сразу другая становится. Ну да, они вот пишут, мне тоже, ну, много людей пишут, причем письма, ну, одно отчаяние, вот как-то ты как говоришь, они же привыкают жить вот в этом избавлении и накоит, а живут вроде как-то стараются смириться с этим, вот с той же, допустим, обиды, да вот я не могу его простить, ну как ты, ну ты же спать спокойно не можешь, ты же есть, у тебя нарушается там пищеварительный процесс. Я понимаю это все, но не могу. Одна пишет на днях, да вот, ну, все, говорит, я жизнь хочу покончить самоубийством. Ребенок, ну, без мужа, естественно, она. Ну, я ушла из православной церкви, пришла вот сейчас к сектантам, вот. Все такое, ну там не надо. Здоровая имеется в виду, Сергей, она не больная? Здоровая абсолютно. А что, с колясочкой фотографии у нее. А фотографии смотришь, она какие-то у нее там черные одежды такие, ну, видимо, шляпы какие-то черные, очки вот такие черные, знаешь, что-то браслеты какие-то у нее, все такое. Да. Вот, а что-то оно. Ну, оно же внутри зеркала, посмотри, и все видно, как начать жизнь. Да, 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 прям. Да. Внешне оно очень отображает внутреннее состояние человека, это однозначно. Порой поэтому, когда люди церковные начинаем обсуждать вопросы вот, внешнего облика человека, с пренебрежением, в общем-то, вот сейчас основная масса православных относится к внешним этим всем вещам-то. А на самом деле они о многом говорят. Просто уже интересно, тут с одним прихожанином нашим разговаривали, зашел разговор, и вот он к тому стал подводить, что все вещи, внешние вещи, это как бы не важно. Главное, говорит, Бог будет смотреть и судить меня, вот я подал ли воды там просящему, посетил ли больного, в тюрьме побыл бы. А как я выгляжу, это не имеет значения. Ну как это так? Вот если юбка длинная и короткая, вот ты неужели считаешь, что это не важно вот, с нравственной точки зрения? А у него такой интересный разворот сразу, сознание такое происходит. Ага, значит, в длинной юбке, что же значит хороший человек? То есть, например, сразу какое-то заведомо ложное утверждение сразу выводят. И все, и как бы тебя этим пытаются как-то это переубедить. Вот я говорю, ну нет, это конечно, вот в длинной юбке может быть разный человек, и скромный, и бессовестный. Но в мини-юбке ты никогда не скажешь, что это скромный человек. А внешность, она самая легкая, что можно, с чего начать-то как раз. Там, я не знаю, ты слышал же, наверное, выражение Игнатия Брянчанинова, оно есть, я цитату в интернете видел, что там «делай внешнее, а Бог тебе даст внутреннее, ибо внешне принадлежит внутреннее Богу, а внешнее это человеку. Поэтому, видя внешнее твое делание, Господь тебе даст и внутреннее». Вот. А ну, сейчас же в мире существует вот этот вот культ, как бы такой, что особенно у женщин. Я сегодня, там, у меня сегодня, она же даже реклама заточена, у меня сегодня вот розовое настроение, там, я сегодня вот такая. Хочешь, быть кокеткой, там, вот та, ты сегодня должна это одеть. Хочешь скромницей быть, там, ты сегодня это одевай. Вот, в зависимости от одежды тебя будут воспринимать люди. На самом деле это можно сказать, мерило всех вот этих начал, вот эта вот одежда. Не зря она существует, встречают по одежке. Особенно, первое впечатление создать. Эти вещи как раз, вот внешний вид, это самый первый говорит о том, что есть изменения в человеке или нет она. То есть, если человек модничает, то это уже как бы ясно, что там еще пока конь не валялся. Вот. Но на самом деле трудно с осознанием всех этих вещей. Вот сейчас у нас в приходе там, благодаря тому, что эта тема, она там через меня всплыла, про крещение. Ну, многие, и рассылку я делал. Ты знаешь, в общем-то, оказывается такая ситуация, что вот из всех буквально... Один пьяница только, у нас Вадим там есть такой, отсидевший, в наколках весь, запивает периодически. Вот только он, понимаешь, говорит, точно, это точно, правильно Игнатий Тихонович, говорит, я ему книжку дал читать. Вот точно надо креститься, это все. Ну, то ли еще, правда, может быть, осознания вот этого нет. Наверное, больше всего осознания нет, что нельзя пренебрегать правилами. Они вот внешне кажутся, как будто там чепухой какой-то, но все говорят так. Ну что, неужели капли воды там Бог не освещает, что-то не делает? С одной стороны, вроде все правильно, да? Я только все вот, говори, перебил. А по сути-то я говорю, ведь это за этим стоит беззаконие в развитии просто. Ты сейчас через это переступи первое, любое правило, переступи его. Оно само не спасает правила, это ясно. Но если ты отступишь одно правило, ты разрушишь потом всю систему. Вот почему и конец-то он света придет, потому что все равно люди в церкви, они настроены на преступление. И поэтому потихонечку, быстрее или медленнее, но процесс идет. У меня священник вот сказал, вчера был. Но я с ним тоже так, у нас такие заходят с ним постоянно. Беседы там на 2-3 часа, он все никак не убежит. Вроде бежать надо, а... Тоже интересные темы с ним касаемся. Он в системе. Я причащаюсь у него уже сколько, 10 да, 10 лет. Вот, но он в системе, он вроде, знаешь, он не Игнатихович, все, он, ну как он говорит, они должны, а он его не Лапкин, а он так прикалывается, он говорит, Тяпушкин. Он поначалу Лапушкин, а теперь Тяпочкин. Это был святой Тяпочкин, этот Серафим Тяпочкин был святой такой, он говорит, а, точно. Ну, в общем, так он его посмеивается немного, но воспринимает. Он говорит, а в церкви у нас, говорит, должны такие обличители быть, но это уже показатель того, что хоть не это, не гонит. Я... Да, да, да. Вот, и я с ним, знаешь, вот по поводу этих законов, у нас с ним каждый раз эти стычки начинаются. И вот мы как бы каждый раз мы сходимся на то, что закон к себе, вот, а любовь людям, вот, понимаешь? Ну, это, с одной стороны, правильно, вот. И как бы у нас, я там, естественно, ему встречные вопросы, там, как без закона, а как без закона-то прожить, опять же. Что за закон? Он мне приходит, освещал, в общем, какой-то там лимузин, я не знаю, что это, что это за машина, в общем, стоит, сколько уже он сказал, 5-7 миллионов, что стоит, в общем, он. Дали 77 рублей за освещение этого лимузина. 77, а он уже себе думает, может, какое-то это сакральное число специально, может, посчитали как-то. Наверняка что-то неспроста так дали, да. Да. Или посмеяться дали. Вот, и он мне приводит вот эти примеры постоянно, что к одной пришел, там, осветил тоже машину, а она, говорит, так сначала стоит, предвзято смотрит на меня, и я уже сразу, говорит, понимаю, и осветил машину. А она говорит, ну сколько я должна вам, типа, там. Вот он, ну, сколько это самое дадите, понимаешь. Ну и через это я его раз ловлю сразу, а к закону его хочу подтащить. Ага. А он убегает, все, типа, ну то, что я не понимаю Бога, я еще не знаю Бога, что православие не такое, Бог он не тот, вот, не вкладывает. У него, видишь, я вижу его вот неполноту, он видит мою неполноту, и вот мы никак эти магниты не можем друг с другом, отталкиваемся постоянно. Так. Что он меня считает не это самое, что не видящим Бога, да, не понимающим православия, да? Да, то есть я его в корне не понимаю. Ну, так, а я над ним смеюсь, я говорю, как же у тебя не касается, ну ты же на этом спотыкаешь. А так ты что, он проедет, он говорит, я по этим проеду, как это называют, по требам-то, по этим. Едва там бензин оправдает себе, ну, надо, по 100 рублей там дают, вот. Да. И чего? Упираемся во что? В свечки. Он приходит вот сегодня, в этот раз опять, их забыл я ему, опять же, ну, Игнатий тоже, я от него научился закону, что свеча должна догореть и погаснуть. Вот. Он постоянно с этими огарками ходит, достанет огарочек, послужит, там задует его и в портфель к себе, к другому идет. Ну, да. На этом, видишь, как... А там, Сергей, ты видишь, какой посыл-то правильный? К себе закон, а к ближнему любовь. Правильно, очень правильно. Очень правильно, но здесь надо сказать «но». Это вот когда в личном общении точно так и должно быть. А в церкви священники не должны это под любовь подгонять. Они должны учить, они должны руководить процессом. Вот, научить выбрать людей, которые с любовью будут все объяснять в храме вновь заходящим. Вот. Там любовь, это все вот правильно, хорошее же слово, любвист-то. Оно подмена через него идет. Потому что любовь, она тогда только начинается, когда правильный вход в церковь есть. Тогда как бы все идет своим чередом. Все по правилу. Люди зашли, научились, покрестились, вошли. Никаких там этих бизнес-отношений нет. И чужих посторонних нет, которые днем там, то есть на службе ходят, заходят и пошли по храму. То есть, в принципе, все это в рамки заходит, как только порядок устанавливается. Его назови законом или как порядок, это просто порядок. Ведь то, что о законе мы говорим, мы вот такое слово применяем. На самом деле мы просто о порядке говорим и, в общем-то, о нравственности. Я сейчас как раз на самое время перейду ко второй части своего марлезонского балета. Я тебе сейчас свой проект, второй проект расскажу. Ну, я уже некоторым рассказывал, люди поддерживают меня все тоже двумя руками. В общем, суть проекта. Люди раньше искали друг друга, и это делалось непомерными просто силами. Найти подобного себе единомышленника, то есть это раньше просто невозможно было. Сейчас смотри, интернет, у нас интернет. Вот у меня, допустим, людей, с которыми я близко так общаюсь, вот как с тобой, где-то около 30 человек есть. То есть бородатые мужики, все серьезные, православные. Вот, нужно создать сообщество. Вот, такое сообщество. Заявить о себе как о православном братстве. Это никого ни к чему не обязывает абсолютно. То есть это показать о том, что мы есть. Заявитесь. Возможно, даже сейчас, знаешь, как модно создают партии какие-то. Вот. То есть создать какую-то ячейку общества такую. И привлекать к себе, естественно, через... привлекать себя, естественно, через какие-то определенные собрания там вот людей, привлекать себе людей именно на этой основе, честных людей, православных, в общем, одним словом, настоящих православных людей. Суть проекта в чем? Блажение давать, нежели принимать. Ну, в принципе-то, я пока не очень понимаю, как это может все работать, но не хуже, да, ты говоришь, сначала хоть что-то надо сделать. Проект в чем заключается? Начальный проект в чем заключается? Заявить о себе, что мы просто есть. Мы есть. Бородатые мужики, да. Серьезные мужики, что мы не пьем, не курим. Мы, мы поддерживаем истинность церкви православной. Не то, что сейчас напридумывали и вот с этими экономиями там и всем прочим, да. А что мы вот выступаем за каноны, за возвращение к культуре православия. Да. Вот эти задачи, да, их, то есть принципы надо обязательно их, вот, на этих принципах как бы объединение оно должно быть, и, соответственно, это где-то должно быть указано. Главное это, да. Не просто православные там, а вот именно что да. Мы на канонах хотим стоять. И найди. Вот ты в интернете заведи православное братство, допустим, у тебя там их там куча, понимаешь, ну там пустота, там пшик один, что и что за братство, какое там братство, и что, ну братство, и что дальше, и чего дальше. Да. Вот у нас братство, у нас при монастыре братство, и что у вас братство, да. Как тени там ходите и все, понимаешь. Да. И вот в нашем случае здесь, если об этом говорить, то здесь как раз вот тоже надо понять, а что мы будем делать. Потому что если все это сведется как бы к благотворительности, ну слишком примитивно как бы, да? А вот как это соединить, чтобы, ну деньги будут, слава богу, это как бы с этим легче всего, с деньгами-то. Вот, а все вот остальное для меня труднее. Благотворительность, смотри, благотворительность это как показатель какой-то, то есть объединить, ну, делами не оправдается ни одна плоть, вот мы не собираемся ее оправдываться. Да. Наша цель преобразовать хоть как-то православие, вот, а дела наши будут, они просто подкреплять будут наши слова. Мы будем заявлять о православии и подкреплять их своими делами. Ну, хорошо, то есть я за это, да. Хорошо. И все, брат, а то мне... Давай, спасибо, Сергей, тебе. Давай, с Богом оставайся, на связи, если что, я всегда. Да, все, с Богом. С Богом, дорогой.